Каждое судно уникально, и у каждого своя морская история. Все эти парусники прошли сотни гонок. Сегодня на них можно побывать с экскурсией. Россию в регате представляют 4 учебных парусника класса А. «Мир», «Крузенштерн», «Седов» и «Надежда», так называемые «выжиматели ветра». Впервые учебные гонки проходят в пределах Черного моря, которое они пересекут дважды. Остановка запланирована в 4 портах, 2 уже пройдено. Впереди Варна и румынская Констанца. В нашу гавань заходили корабли. Любителям морской романтики не сказано. Сказано, повезло, на курорте собрались самые красивые парусники мира. Длина каждого впечатляет. Самые большие российские, каждый более 100 метров. Парусники-великаны впервые зашли сразу в 2 российских порта – Новороссийск и Сочи. Желающих посмотреть на суда, которые бороздят морские просторы, оказалось очень много. Эмоции посетителей переполняют. Мы просто как бы не ожидали, что можно столько увидеть, и все в Сочи. Не надо никуда ехать, не надо ничего, как говорится, искать. И что самое интересное, меня удивило, бесплатно. Очень хорошие впечатления. Побывали на Крузенштерне, на Надежде. Все очень красиво и очень довольное. Очень все впечатлило, очень все понравилось. Как здорово, что к нам в Сочи такая регата прибыла. Нам очень понравилось. Мы путешествуем на теплоходах, на больших. Мы только что вернулись из Майами, вчера только переехали. И смотрим, такие суда стоят, которых только мечтать можно. Но любому человеку, который хотя бы с морем знаком. Один из парусников, который пользуется особым вниманием – «Надежда». Этот трехмачтовый корабль считается одним из самых больших парусников нашего времени. Основное движение судна достигается за счет 26 парусов. Максимальная скорость «Надежды» – 18 узлов. Огромный интерес вот тех, кто приходит к нам на борт. Вы знаете, это страшно приятно, потому что когда ты прошел 10 тысяч миль, когда ты пережил не один шторм, и когда на борту у тебя 16-17-летние курсанты, самые молодые из всех, наш экипаж самый молодой из всех прибывших сюда на эту большую встречу толшипов, то, конечно, тебе приятно, что ты пришел сюда не зря. Посмотреть на самих морских волков можно и в морской деревне на площади у Южного мола. Там же ежедневно проходят выступления коллективов. А уже 18 мая в акватории сочинского морпорта состоится парад парусов и старт следующего этапа гонки. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.